Давайте прочитаем 6 стих 8 главы послания к евреям. Здесь сказано: «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Здесь говорится о разнице между заветом закона и заветом благодати. Этот завет благодати, новый завет, есть завет лучший, чем завет закона, и он с лучшими обетованиями. Далее. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». В чем был недостаток первого завета? Ведь закон пришел от Бога и был совершенным. Закон был святым, он был совершенным, но не мог сделать святыми и совершенными нас. Мы не такие. Проблема с законом в том, что мы не можем исполнить его весь. В результате мы оставались в позиции, в которой не могли быть успешными. В этой связи в 8 стихе сказано: «Находя недостаток в этих законах, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу Новый Завет». Все скажите: «Новый Завет с домом Израиля и домом Иуды». И 9 стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их». Бог говорит, что Он заключит Новый Завет, не так, как заключил Ветхий. А каким был Ветхий Завет? Он был основан в том числе и на том, что вы делали. То, что делал Бог, основывалось на том, что делали вы. Если делали вы, делал и Бог. Если нет, и Он не делал. Таким образом, Бог был в ситуации, когда не мог оставаться верным вам, если вы были неверны. Проявление Божьей верности в вашей жизни зависело от проявляемой вами верности. Бог сказал: «Этот Новый Завет я заключу не так, как Ветхий». 9 стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Расширенный перевод. «Это будет не такой завет, как тот, что я заключил с отцами их в день, когда взял их за руку, чтобы помочь им и вывести их из земли египетской, ибо они не прибыли в моем соглашении с ними. А потому я отнял от них мое благоволение и пренебрег ими, говорит Господь». Бог больше никогда не хочет оказаться в ситуации, в которой Ему придется отнять от вас свое благоволение и пренебречь вами из-за того, что вы не исполнили свою часть завета. При этом в Новом Завете Бог останется верным, даже если вы не будете верны. Оставьте закладку на послание к евреям, и я вам что-то покажу. Второе послание Тимофею, 2 глава, 13 стих. Если вы там, скажите «Аминь». Прочтем 13 стих вместе. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Расширенный перевод. «Если мы не верны, не верим и не верны ему, он остается верным своему слову и праведному характеру, ибо себя отречься не может». В этом Новом Завете вернитесь к 8 главе послания к евреям. В этом Новом Завете Бог дал клятву самому себе и поклялся собою, и эта клятва — это обещание между Богом и Богом, а не между Богом и человеком. Итак, Бог поклялся самим собою и убрал нас из центра уравнения. Таким образом, мы уже не определяем то, что Бог делает для нас. Бог дал клятву самому себе и будет верен нам даже тогда, когда мы будем неверны Ему. Тут самое время воскликнуть: «Аллилуйя! Аминь!» В 10 стихе Бог, продолжая, говорит: «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Обратите внимание, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Люди спрашивают: «Почему вы против закона?» Нет, я не против. Как ясно из 8 стиха, Бог против. И не потому, что что-то не так с законом, а потому, что люди не могут исполнить его. Как видите, мы должны понять, что при Новом Завете мы водимы Духом Божьим, в то время как при Завете Закона мы находимся под водительством писаного закона. Пожалуйста, поймите разницу. Иисус старается привести нас к лучшему,
а мы хотим оставаться вместе, которое не является лучшим. Мы хотим быть водимыми написанным кодексом, буквой, вместо того, чтобы быть водимыми Святым Духом. Кто-то спросит, а какая разница? Разница огромная. Находиться под водительством Святого Духа значит, что Дух Божий ведет вас в том, чтобы делать поступки, которые не записаны в законе. К примеру, ваша жена очень нуждается в том, чтобы вы ее обняли, а вы даже не знаете об этом. Дух Святой говорит вам, обними жену, она в этом нуждается. Понятно? Что происходит? Дух Божий побуждает вас делать то, что не записано в законе. Или же вы приходите в магазин, открываете упаковку, а там не то, что вы хотели, и вы кладете товар обратно на полку. Дух Святой говорит вам, ты должен это купить, но об этом не сказано в законе. Вы выходите из ресторана, а там большая чаша с мятными жевательными резинками. Вы зачерпываете одной рукой, потом другой, а Дух Святой говорит вам, положи все обратно, возьми только одну. Эти резинки стоят компании денег. Понимаете, Дух Божий хочет вести и направлять вас, и Он может сделать то, что записанный закон сделать не может. Если вы пренебрегаете руководством Духа Божьего и перебегаете к руководству записанного закона, то это оскорбление. Потому что Бог говорит, «Я хочу руководить тобой, я хочу направлять тебя, я хочу показать тебе то, что ты не увидишь в этом писанном законе». Слава Богу! Аллилуйя! Жизнь под водительством Духа. Христианство никогда не должно было быть религией. Обратите внимание на общие черты всех религий. В каждой религии есть требования, которые необходимо исполнять. Такое есть во всех религиях. Всякая религия говорит, ты должен делать то, ты должен делать это. Есть список требований, которые необходимо исполнить. Основой христианства никогда не был список требований, которые необходимо выполнить. Христианство задумано для личных отношений с Богом, с тем, чтобы Он лично руководил вами, направлял вас и учил вас знать Его. Вот в чем дело. Мы взяли законы, правила и предписания, сделали их частью христианства, превратили все это в религию, и теперь мы не чувствительны к тому, чем на самом деле должно быть христианство. А суть христианства должна быть в том, чтобы вы развивали личные отношения с Иисусом Христом, позволяя Ему вести вас через эту жизнь Духом Его. После смерти вы уже будете знать Господа, потому что узнали Его, еще будучи живым. Дух Божий руководил вами, вел вас, говорил с вами. Он говорил вам, что делать, куда идти, как делать. Он говорил вам все это. Христианство никогда не должно было быть религией. Но знаете что? Мы превратили его в религию, потому что держимся за закон, который никогда не был дан язычникам, а был дан только лишь еврейскому народу. Единственный завет, который Бог дал язычникам, это Новый Завет. Я столько лет потратил на то, чтобы вытащить язычников из закона, который вообще-то никогда и не был им дан. Но мы взяли этот закон, приняли его, и стараемся, чтобы наша жизнь и наше поведение были руководимы писанным законом, в то время как суть христианства — это жизнь под руководством Духа Божьего. Бог говорит, «Я дам вам Новый Завет, я напишу мои законы на вашем сердце, я напишу свои законы на вашем разуме, я буду учить вас, я буду вашим Богом». Иначе говоря, когда вы попадете в беду, я избавлю вас. Когда вы заболеете, я исцелю вас. Когда вы будете в чем-то нуждаться, я позабочусь о вас. Я буду вашим Богом. У нас будут близкие отношения с Богом, без завесы или иного препятствия между нами и Богом. Я буду в вас, вы будете во мне. Я буду одно с вами, и я буду руководить вами изнутри. Вам не нужен никакой писанный кодекс законов. Можете забыть о нем, потому что в вас живет автор этого закона. Вам это понятно? В 11 стихе говорится, что никто не будет учить ближнего своего. «Я буду учить всех от малого до большого». Бог говорит, «Я буду учить вас познавать Меня». Разве не потрясающе? Каждый рожденный свыше христианин будет знать Бога. Вы приняли Господа, и Он будет учить вас. На 12 стихе я хочу сделать особый акцент, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Поэтому, когда проявляется ваша неправедность, при Новом Завете проявляется и Божья милость. А милость — это когда вы не получаете то, что заслужили. Когда то плохое, что должно было с вами произойти, не происходит, это и есть милость Божья.
В Новом Завете вы праведны по своей вере в Иисуса Христа, а не по своим делам. При Новом Завете, когда в вашей жизни проявляется неправедность, проявляется и Божья милость. При Ветхом Завете, когда проявляется ваша неправедность, то проявляется осуждение. Мы уже не часть закона. Библия говорит в 7 главе послания к римлянам, что мы были освобождены от закона, и теперь мы живем не по букве, мы живем по духу. Потому что буква убивает, а дух животворит. Аминь. За свою неправедность вы не получаете того, что получили бы при завете закона. При Новом Завете за свою неправедность вы получаете милость. Это повод для радостного восклицания. Аминь. Аминь. Это не то, о чем можно спорить. Я не верю в то, что получу милость. Я считаю, что получу осуждение. Это значит, что ваша совесть отягощена грехом, и вы не избавились от этого. Вы сосредоточены на грехе, а не на праведности. Я пытаюсь вам объяснить, что вы получили свободу, избавление, а ваша совесть, отягощенная грехом, хочет удерживать вас в рабстве. Чтобы получить то, что Бог хочет дать вам, необходимо избавиться от этого рабства. Итак, за свою неправедность вы получаете милость. И послушайте, что Он говорит о ваших грехах. Бог говорит, «Грехов ваших и беззаконий ваших не воспомяну более». Бог даже не помнит ваших грехов. В то время, как вы все время вспоминаете их, Бог ваших грехов даже не помнит. Разве сказав это, Бог говорит, «Иди и греши»? Нет, ничего подобного. Речь о том, что при этом Новом Завете вам не надо жить в страхе, вам не надо жить под осуждением, жить, испытывая вину. В Новом Завете Бог устранил ваши грехи, поэтому ходите в праведности. Но Писание не говорит, что из-за того, что Бог милостив к нашей неправедности и не помнит наших грехов, мы можем грешить. Это мы добавляем к Писанию такие выводы, а этого делать нельзя. Ведь мы хорошо знаем, что любое решение согрешить приводит к плохим последствиям. Так что в то самое время, как Бог не помнит ваших грехов, ваш папа помнит их. Ваша мама помнит ваши грехи. Очень многие люди помнят ваши грехи. Понятно? Вы слушаете меня? Теперь откроем 4 главу послания к римлянам. В этом суть Нового Завета. Его суть в том, что Бог сделал в отношении наших грехов. В этом суть Евангелия. Вы помните, что Евангелие — это в первую очередь благая весть о благодати Божьей. Евангелие — это в первую очередь благая весть о незаслуженном благоволении, о благоволении, которое вы получили от Бога. Вы не заслужили его. Ради этого благоволения вы не работали, вы не трудились. Вы ничего не сделали, чтобы получить его. Бог явил вам свою любовь через свою могущественную благодать. Праведность, которую мы имеем по вере, — это дар от Бога. И он дан нам по благоволению Божьему, а не потому, что мы заработали или заслужили его. Я думаю, что настало время прославлять Иисуса за все Его чудесные дела, которые Он сделал. И Он сделал их для того, чтобы мы могли жить жизнью, угодной Богу. Аминь. Слава Богу. Я буду проповедовать это снова, снова и снова. Я буду это делать, пока вы не влюбитесь в Иисуса и не осознаете, что Он сделал для вас. Вы думаете, что у вас все хорошо благодаря вам? Нет, у вас все хорошо благодаря Иисусу. Единственная причина наших достижений — Иисус. Единственная причина, почему вы на пути в небеса — Иисус. Единственная причина того, кто вы есть сейчас — это Иисус. Воскликните, «Все это сделал Иисус». Никакая самопомощь не приведет к тем результатам, которые у вас есть сейчас. Самопомощь не приведет вас на небеса. Господь сказал, что Он помогает тем, кто помогает сам себе. Нет, это сказал не Господь, а Бенджамин Франклин. В этом-то и проблема. Вы привыкли полагаться на собственные усилия. Вы стали уповать на то, что вы можете сделать сами для себя, при этом ожесточив свое сердце к тому, что сделал и может сделать для вас Иисус. Слава Богу! Аллилуйя!
Послушайте, что говорит Писание в 8 стихе 4 главы послания к римлянам? Это слова царя и пророка Давида. Вот что сказал Давид. Давайте прочтем 8 стих вместе. Готовы? Читаем. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он сказал, «Блажен человек». О, это сильно! «Которому Господь не вменит греха». Расширенный перевод. «Блажен человек, которому Господь не зачислит греха на его счет». Вот простое объяснение. К примеру, у вас платежная карта. Вы пошли в магазин и что-то купили по ней. После этого вам пришлют счет к оплате. Правильно? Я правильно сказал? Теперь представьте, что у вас платежная карта. Вы пошли, согрешили, и этот грех записывается на ваш счет. В Ветхом Завете вы должны были за это заплатить. Вот что сделал Иисус. Он пришел и сказал, «Вот моя карта, я заплачу за все ваши грехи». Хотя грехи и появятся на вашем счете. Хотя нет, они там даже не появятся, потому что Бог сказал, что не будет зачислять грехи на ваш счет. Иисус сказал, что Он заплатил цену за все ваши грехи. Вы поймите значение этого? Да, да, о каждом совершенном вами грехе, прошлом, настоящем и будущем, Иисус говорит, «Я решил заплатить по счету за каждый грех». Рожденные свыше, ставшие праведными пред Богом, за них Иисус уже заплатил долг. И весь Он на карте Господа. Вы должны понимать, умерев, вы не увидите на отчете о вашей жизни всех совершенных вами грехов. Все совершенные вами грехи в отчете Иисуса, и на нем стоит печать, оплачено. Слава Богу! Как можно не радоваться этому? Послушайте, что сказал Иисус? Он заплатил. Писание говорит, что Бог не вменит нам грехов, что не зачислит их на наш счет. Зачислять — это бухгалтерский термин. Прежде чем зачислить что-то на ваш аккаунт, необходим точный подсчет. Раз так сказал Бог, то тут нет никакого места для лжи. Вы что, думаете, что Бог глупый, чтобы сделать нечто такое, из-за чего вы будете грешить больше? Нет. Бог все знает точно. Он все знает точно. Иисус заплатил цену за все ваши грехи. Вот что услышит человек, чья совесть отягощена грехом. Ну, теперь можно идти и грешить. Но ничего подобного Бог не говорил. Никак. Послушайте, если бы я взял и оплатил бы все долги по вашим кредитным картам, полностью избавил бы вас от долгов, разве это значит, что вам надо идти и снова влезать в долг? Если за все заплачено, то что вам надо делать? Наслаждаться жизнью и двигаться вперед. Долг тянул вас назад, а теперь вы свободны двигаться вперед. Дело в том, что этот долг греха тянул вас назад. Я пытаюсь донести до вас мысль о том, что долг ваш оплачен. Идите вперед. Послушайте, всякое благословение, ставшее доступным. Мне надо успокоиться, я так взволнован. Всякое благословение, потому что Иисус так благ. Все это время я думал, что основа всему — мои дела, мои усилия. Но вы посмотрите, что сделал Иисус. Говорю вам, всякое доступное благословение, всякое доступное благословение. Кто из вас рожден свыше? Вы имеете право на все благословения. Я знаю, что вы зададите вопрос, если я имею право, то где находятся эти благословения? Библия ясно говорит о том, где они находятся, в духовной сфере. Они во Христе, а Христос в вас. Так что все, в чем вы нуждаетесь, вы пытались стать достойными благословения. Вы ходили в церковь 100 раз, чтобы иметь право на благословение. Вы думаете, что имеете право на благословение благодаря своему хорошему поведению. Вы хотели приобрести право на благословение через дела плоти. Люди в церкви делают это все время. И я это делал. У нас было такое убеждение, что нам необходимо стать достойными благословения, что мы должны что-то сделать, чтобы заслужить благословение. Вы понимаете, о чем я говорю? Но вот, часть, которую мы упустили. Иисус уже сделал все, что необходимо было сделать для того, чтобы все мы имели право на благословение. Мы имеем право на Него благодаря тому, что Он уже сделал. Скажите, «Я имею право». Таким образом, я имею право. Я имею право на исцеление.
Я имею право на избавление. Почему вы думаете, что для того, чтобы получить исцеление, вы должны еще что-то дополнительно сделать? Я имею право на всякое благословение. Я имею право на благословение Господа, даже когда я его не заслуживаю. Вот это и называется незаслуженное благоволение. Благодать нельзя заслужить. Я имею право на благословение, хотя и знаю, что не заслуживаю его. Я имею право на незаслуженное благоволение. Мне не надо трудиться, чтобы попытаться заслужить. Я знаю, что ничего не заслуживаю. Я не заслуживаю небес, не заслуживаю Духа Святого. Я не заслуживаю ничего из того, что Бог дал мне. Но потому-то благодать и называется незаслуженным благоволением. У меня и у вас есть изобилие незаслуженного благоволения. Итак, вы имеете право на любое благословение. Почему же благословения не проявляются в вашей жизни? Не потому, что Бог чего-то не сделал. Он уже сделал все, и благословения уже существуют. Для чего просить Бога о том, что Он уже сделал? Но почему благословение не проявляется в вашей жизни? Потому что для перехода благословения необходима вера и доверие Богу. Для перехода благословения в видимую сферу требуется вера и доверие Богу. Об этом говорится в послании к Филимону. Там говорится о том, как ваша вера переведет благословение из невидимой сферы в видимую. Хотя Иисус уже все сделал, но без активации своей веры, без упования на Бога, без признания того, что благословение уже реально, оно так и останется на небесном счету, потому что вы не производите действия, необходимые для перевода благословения с одного счета на другой. Благословение необходимо вам в физическом мире, чтобы оно действовало в вашей жизни. Вы продолжаете просить, умолять Бога, поститесь по 50 дней, чтобы побудить Бога сделать то, что Он уже сделал. Бог уже положил благословение на ваш счет. Оно уже существует. Но необходима ваша вера, ваше упование, ваше исповедание для того, чтобы перевести благословение в видимую сферу и сказать «Вот оно». Но если вы не поймете, что Иисус заплатил за ваши грехи, они будут тянуть вас назад. И вы будете считать, что недостойны благословения. Значит ли это, что вам надо мириться с грехом? Ничего подобного в Писании не сказано. Мы добавляем к Писанию свои мысли. Именно это и происходило тогда, когда проповедовал Павел. Павел говорил людям о том, как они избавлены благодатью от греха. А некоторые спрашивали, грешить ли нам, чтобы умножилась благодать? Павел говорил людям о праведности, а некоторые спрашивали его, так нам что, грешить? Некоторые люди просто искали оправдания своим грехам. Но Писание говорит иначе. Грех разрушителен. Грех — это плохо. Ничто и никогда не сделает грех хорошим. Сила Евангелия в том, что Иисус пришел разрушить дела дьявола, чтобы дела дьявола не разрушили вас. Жизни многих людей разрушены прошлыми грехами, даже не нынешними. Люди отягощены не тем грехом, который сделали сегодня утром, а тем, который совершили 20 лет назад. Иисус хочет освободить вас от этого. Он не держит ваших грехов против вас. Будем грешить. Давайте я отвечу человеку, чья совесть отягощена грехом, и который говорит, «Я услышал то, что вы сказали. Я знаю, что прощен навсегда. Ну а теперь я пойду грешить». Но если мы будем грешить, то будем делать это, будучи в общении с Богом. Мы будем грешить, будучи соединенными с Иисусом. Мы будем это делать в то самое время, как наш Дух одно с Духом Божьим, и мы запечатлены им. Мы будем грешить в то время, как посажены с Иисусом на небесах. Если мы будем грешить, то мы будем брать с собой Отца, Сына и Святого Духа. Потому что, помните, Бог не будет нарушать свое обещание, себя Он отречься не может. Он будет верен своему обещанию, а каково его обещание? Он говорит, «Я на время оставил Иисуса, чтобы никогда не оставлять вас». «Я возложил все грехи на Иисуса, чтобы никогда не держать их против вас». «Мой сын сошел в ад, чтобы вам не пришлось идти туда». «Мой сын понес полное наказание за грехи, чтобы вам не пришлось нести ни одного наказания за грехи». И ранами его вы исцелились. Вам необходимо избавиться от идеи о том, что из-за ваших хлопков Дух Святой уходит. Вы что, серьезно? Из-за ваших хлопков Дух Святой не уйдет. Ровно как Он не уйдет из-за вашего прелюбодеяния.
Он не уйдет из-за вашей ругани. Он не уйдет ни по какой причине. Знаете почему? Потому что необходим Дух Святой и Его совет, чтобы вытащить вас из всего этого. Вам необходим Дух Святой, потому что вы в сражении с плотью и грехом в вас. Дух Святой пришел, чтобы утвердить и укрепить ваши силы, чтобы вы знали. Ваш рожденный свыше Дух в соединении с Божьим Духом победит грех и плоть. И у вас будет свидетельство. Над вами владычествует Иисус Христос, а не грех и плоть. Посмотрите на анатомию этого. Дело обстоит так. До того, как я родился свыше, когда глубоко мыслящие христиане делают глубокие неправильные комментарии, это дает мне возможность углубиться в Писание и объяснить. Знаете, мы понимаем, что до спасения у нас была природа дьявола. Кто-то возразит, не было у нас природы дьявола, у нас всегда была природа Божья. Да, Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни и стал человек душою живою. У человека была Божья природа. Но помните, что когда Адам согрешил, прежде этого Бог сказал ему, «Если согрешишь, то умрешь». То есть, произойдет разделение с Богом, с его природой. В день, когда ты согрешишь, смертью умрешь. Физически Адам не умер, но что произошло? Он был отделен от Бога. С тех самых пор человек имеет внутри себя природу дьявола. По причине того, что сделал один человек, Адам, каждый человек рождается в этот мир грешником. В нем корень греха и способность грешить. Внутри человека — греховная природа. Таким образом, до того, как вы спаслись, греховная природа производила плод греха. Потому что каков корень, таков и плод. Яблоня может приносить только яблоки. Она никогда не приносит апельсины. Почему? Да потому что у нее корень яблони. Будучи грешником, даже когда вы пытаетесь совершать благородные поступки, эти самые поступки никоим образом не преображают вашу греховную природу. В конечном итоге, вы все равно произведете плод греха. Всем это понятно? Но вот наступил день, когда вы родились свыше, став живым для Бога. В день, когда вы родились свыше, Дух Божий вошел в вас. И теперь у вас есть способность производить плоды праведности. И это потому, что в вас корень праведности. Однако же, остаток греховной природы по-прежнему существует в человеке. Она проявляется в том, как он думает, в греховных привычках, в действиях, которые он предпринимает. И все это называется плотью. Плоть — это не просто тело, это то, как человек думает. Это то, как человек поступает. Это то, во что человек верит. Вы родились свыше, но у вас остаются воспоминания греховной природы. Вы все еще помните ее поступки. Ваша плоть хочет продолжать грешить через тело. Она приучилась, привыкла грешить. И так она поступала все время. И вот теперь внутри вас новый корень, который хочет проявиться и победить ветхий остаток, который по-прежнему думает, что имеет главенство в вашей жизни. Я говорю это вот для чего. Теперь вы христианин, вы праведны перед Богом. У вас новый дух. Он праведен, он совершенен. Потому что в вас живет Бог, и Он одно с вами. В вашем новом творении нет никакого желания грешить. Никакого. Вашему новому творению грех не нравится. Ваше новое творение не желает греха. От вашего нового творения не может исходить грех. И поэтому вы не получаете удовольствия от греха, как это было тогда, когда вы еще не были рождены свыше. До того, как вы родились свыше, вы получали от греха большое удовольствие.
вы даже на секунду не задумывались о том, что это плохо. От греха вы чувствовали себя хорошо. Он вам казался хорошим, вам было весело, и грех вам нравился. Но теперь, когда вы рождены свыше, вы новое творение, обладающее духовными плодами. В нем живет Дух Святой, и вашему новому творению грех абсолютно не нравится. Если мы возьмем вашего нового человека и сравним с греховным остатком, то увидим, что в то время, как в вашем новом человеке нет никакого желания грешить, тем не менее, ваш греховный остаток помнит, как приятен был грех. Значит, если вы позволите своей плоти тянуться к греху после того, как вы родились свыше, то ваша плоть будет наслаждаться грехом. Однако вы будете испытывать обличение со стороны своего нового человека, который скажет: «Мне это не нравится». Таким образом, вы будете совершать внешние действия, но внутри себя вы будете задавать вопросы. Почему я не ощущаю удовольствия? Почему у меня нет полноты наслаждения? Почему происходит конфликт? Раньше вы крутили романы с тремя, четырьмя женщинами одновременно, и это вас нисколько не беспокоило. Вы думали, что вы очень успешный и крутой. Но сейчас, после рождения свыше, вы спрашиваете себя: почему меня волнует то, что чувствуют эти женщины? Это потому, что внутри вас происходит война между новым творением, которому грех не нравится, и плотью, которая привыкла к этому. Но вашему новому человеку грех не нравится. И когда после рождения свыше вы принимаете решение грешить, вы сталкиваетесь с войной между новым творением и остатком греховной природы. Плотью. Из-за этой войны вы не можете наслаждаться Божьим присутствием, если накануне совершили неправильный поступок и сегодня пришли в церковь, потому что происходит конфликт. Новое творение говорит: «Мне это не нравится», а плоть: «Раньше нравилось, так что можно делать снова». Мы сидим, слушаем Слово Божье, и внутри нас происходит конфликт. Совершив грех, мы испытываем плохие последствия. Вы рождены свыше, но делаете грех. Как рожденный свыше христианин, вы знаете о благодати Божьей. Вы знаете, что прощены, знаете о милости Божьей. Все это прекрасно. Но в видимой сфере, я верю, что милость Божья распространяется и на видимую сферу. Бог может явить милость не только в небесной сфере, но и в земной. Однако ваш грех, ваше решение согрешить, приведет к последствиям в видимой сфере. Да, Бог прощает вас, это уже решенное дело. Но какие последствия вы навлекли на себя? Возможно, с вами не произойдет что-то плохое, тем не менее, вы испытываете мучения в душе. Вам теперь приходится бороться со страхом, с осуждением. Если бы вы не приняли решение грешить, то вам не пришлось бы испытывать эту борьбу. Но не только это. Если вы, будучи новым творением во Христе, не будете осторожны, если вы продолжите позволять своей плоти, а не новому творению, руководить вашей жизнью, это приведет к ожесточению вашего духа до такой степени, что вы утратите чувствительность и даже не будете ощущать, что чувствует ваше новое творение, потому что вы позволили плоти руководить вашей жизнью. Послушайте внимательно. Когда вы родились свыше, особенно в первое время, когда вы спаслись, вы стали новым творением, и вот ваша плоть побуждает вас принять решение согрешить. Тогда происходит конфликт. Помните, я говорил вам, о чем вы больше всего помышляете, тому больше всего будет расположено ваше сердце. Если же вы о чем-то вообще не помышляете, к этому ваше сердце ожесточается. Авраам помышлял только об обетовании Божьем, а не о проблеме. Он не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. В результате, он не поколебался в обетовании Божьем, потому что помышлял не о проблеме, а об обетовании. О чем вы больше всего помышляете, то и сбудется в вашей жизни. К
тому, о чем вы не помышляете, ваше сердце ожесточится, не будет никакой гибкости, никакой чувствительности. Если вы позволяете себе помышлять о том, что хочет делать плоть больше, чем то, что хочет делать ваше новое творение, ваше сердце ожесточается к желаниям вашего нового творения, в то же время становясь сверхчувствительным к желаниям вашей плоти. В этом случае вы не получаете никакой информации от своей новой природы, потому что ожесточили свое сердце к своей новой природе. Если ваше сердце ожесточилось, то вы будете исполнять все желания плоти, а плоть желает убедить вас, что плотская жизнь так же хороша, как и жизнь нового творения. Незаметно для себя вы начинаете жить греховной жизнью, слушая превозносящиеся мысли мира, который говорит, что это хорошо и то, это нормально и другое. Мирские люди принимают решения не согласно Слову Божьему, а согласно нормам и ценностям мира. Все, что мир считает нормальным, эти люди считают нормальным и говорят, «Давайте примем закон, и пусть эта норма станет официальной. Это нормально». Однако, согласно Библии, это, как и раньше, ненормально. Такие мысли Библия называет превозношением. Это мысли, которые все мирские люди считают правильными. Поскольку вы ожесточили свое сердце к своему новому творению, вы теперь живете греховной жизнью, считая, что это нормально, и приводя аргументы, что так жить нормально, что этот человек делает так, и другой говорит, что это нормально. Вы продолжаете так жить, потому что больше уже не получаете никаких импульсов от своей новой природы. Вы теперь живете, имея извращенный ум. Раньше же, когда вы были чувствительны к своему духу, вы ощущали обличение. Сейчас вы живете в грехе и считаете это нормальным. Но могу поручиться, что раньше вы ощущали внутренний конфликт. Просто сейчас вы вышли из войны, перестали сражаться. Если же вы снова станете уделять внимание Богу, уделять внимание Его Слову, если вы начнете прислушиваться к своему духу, к своему новому творению, вы снова станете осознавать, что война по-прежнему идет. И тогда вы выберете Бога и поймете, что все это время у вас было достаточно силы, чтобы преодолеть то, о чем вы думали. Что это преодолеть нельзя, и это потому, что мир убедил вас в том, что то, что вы делаете по естественным причинам. Вы можете быть свободным. Можете быть свободным. Я верю, что в этом зале много людей, которые желают быть свободными. Решение этой дилеммы, и мы прошли полный цикл, такое. Вам необходимо обновлять свой ум. Родившись свыше, вы не можете сказать, «Теперь я спасен и просто буду жить». Вам надо погружаться в Библию с тем, чтобы Слово Божье обновляло ваш ум. Помните, что такое обновление ума? Обновление ума — это обмен. Вы обмениваете свои мысли, вы обмениваете свои верования, вы обмениваете свои взгляды на Божьи мысли, на Божьи верования и на Божьи взгляды. Обновлять свой ум — это значит брать свой способ мышления и позволять Слову изменять все, что нуждается в изменении в вашем уме, а не пытаться изменить Слово. Вот так вы обновляете свой ум. Вы прилежно делаете это, пока обновление не достигнет таких глубин, что обновится сам дух вашего ума, и вы подсознательно, даже не задумываясь, станете ходить Божьими путями, потому что ваш ум обновился. Обновление ума — это не одноразовое событие, это каждодневный процесс. Это погружение в Слово Божье каждый день. Не для того, чтобы быть религиозным, погружение в Слово каждый день — это не дело плоти. Но вы каждый день пребываете в Слове, потому что знаете, ваш ум привык слушать греховную природу. И вы знаете, что вам надо привести свой ум в согласие со Словом Божьим. Ваш дух соглашается со Словом Божьим, ваша плоть соглашается с вашими чувствами, а ваш ум посередине. Куда направится ум, туда направится и все тело. Если ум соглашается с плотью, то вы идете в этом направлении и ожесточаете свое сердце к водительству Духа Божьего.
ваша жизнь идет в плоском направлении. Но если вы обновляете свой ум Словом Божьим, а ваш дух уже в согласии со Словом Божьим, тогда ваш обновленный ум и ваше новое творение в единстве со Словом заставит ваше тело действовать правильно, желает оно того или нет. Они заставят ваше тело поступать правильно. Тогда, когда вы столкнетесь с грехом, тогда команда, состоящая из вашего ума и нового творения, скажет вашей плоти: «Нет, мы не поддадимся соблазну. Мы не будем этого делать. Двое против одной. Мы победили». Однако, пока вы игнорируете Слово Божье и то, насколько жизненно важно думать согласно Слову, вы будете продолжать подчиняться диктату плоти, хотя при этом вы новое творение. Хотя Иисус очистил вас, хотя вы знаете, что Он навсегда простил вам все грехи. Вы позволили плоти господствовать над вашей жизнью со всеми вытекающими последствиями, и это потому, что вы не пребывали в Слове Божьем. Кто-то скажет: «Вы не понимаете, я уже упал». Поднимайтесь, поднимайтесь, вставайте. Поднимайтесь, вставайте. Но что мне делать после того, как я поднимусь? Первое, что надо делать, это изменить свое мышление. Я признаю, что принял неправильное решение. Я думал не о том, о чем надо. Теперь необходимо узнать, что говорит Слово Божье. Теперь я буду думать согласно Слову Божьему, а не согласно тому, что я где-то от кого-то слышал. Я узнаю, что говорит Слово, и буду поступать так, как сказано в нем. Вот потому вы здесь в это утро. В это утро вы здесь, потому что поняли. Для меня это необходимость. Я должен слышать Слово, чтобы мое мышление пришло в соответствие с ним. Я должен слышать и понимать это Слово. И я знаю, вам, как и мне, надоело, и мы устали от того, что приходим в церковь и слышим такое, о чем ваш дух говорит. Это неправда. Когда вам говорили, что надо трудиться ради Божьего благоволения, вы уже знали, что это не так, только не знали, как это сказать. Теперь Бог все проясняет, и ваш дух внутри вас радуется, говоря: «Правильно». Однако ваша плоть противится и говорит: «Это не может быть правильным». Интересно, правда? Я говорю вам, что вы свободны от греха для того, чтобы не грешить, а ваша плоть говорит: «Нет, это не так». И вы грешите. Я понимаю так, что Иисус уже освободил вас от того, что вы сейчас делаете. В моей Библии сказано, что тот, кто грешит, от дьявола. Привет, дьявол! Потому что это относится к каждому из нас. И только благодаря крови Иисуса все мы получили свободу. Я говорю вам это не для того, чтобы вы нашли оправдание тому, что вы делаете. Я это говорю, чтобы вы воскликнули: «Слава Богу за то, что Иисус мой защитник и ходатай. Он простил мне грехи, и потому я могу идти вперед по путям Божьим, и в конце концов, я обновлю свой ум и не буду принимать решение согрешить». Вам понятно, о чем я говорю? Вот что говорит Писание в 12 главе послания к римлянам. Откройте это место. Там говорится, чтобы нам обновиться. Откроем 12 главу послания к римлянам. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, если вы там, скажите «Аминь». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Послушайте, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Как мне это сделать? Как мне это сделать? Дальше. И не сообразуйтесь с веком сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Преобразуйтесь, значит изменяйтесь. Изменяйтесь через обновление ума вашего. Если вы хотите изменений в своей жизни, это произойдет через обновление вашего ума. Слова «обновление ума» надо воспринимать серьезно и буквально. Процесс обновления ума должен происходить каждый день. Кто-то из глубоко мыслящих христиан спросит: «А разве это не дело плоти?» На это я отвечаю:
Что-то вы должны делать. Никакое это не дело плоти. Вы это делаете, опираясь не на собственные усилия. Вы делаете это, когда зависите от Иисуса. Вы это делаете, когда уповаете на Иисуса. Дело плоти или упование на Бога, все зависит от того, кто ваш источник. Бог мой источник. И настолько, что я хочу думать согласно этому источнику, а не чему-то иному. Изменяйтесь через обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, через обновление ума вашего. Христианин, который не обновляет свой ум, скорее всего, будет плотским христианином, который допускает власть своих чувств над собой. Плотский ум — это ум, находящийся под владычеством чувств. Духовный ум — это ум, находящийся под владычеством Слова Божьего. Таким образом, у Библии есть предназначение. Какое? Я должен ею обновлять свой ум. Это-то и хотел нам сказать Иисус, что Бог посылает нам свои письма любви, чтобы показать, как нам думать, показать, как нам говорить, показать, как нам себя вести, чтобы нам не упустить жизнь с избытком в то время, когда мы находимся в физическом теле. Иисус говорит, «Я позаботился о вашей вечной жизни, и теперь даю вам совет о том, как вам успешно жить, пока вы находитесь в физическом теле. Я хочу, чтобы ваша жизнь была выражением Меня». Но вы не можете познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, без обновления ума вашего. Что бы я вам ни говорил, что бы я вам ни проповедовал, если вы не уделите время обновлению своего мышления, пользы не будет. А откуда вы взяли свое нынешнее мышление? Откуда вы его взяли? Откуда оно пришло? Откуда пришло шовинистическое мышление? Откуда пришли похотливые мысли? Откуда пришли мысли быть жадным? Откуда пришло непрощение? У всего этого есть какой-то источник. Кто-то занял пространство вашего ума и сеял туда то, что теперь владычествует над вашей жизнью. А Бог говорит, «Теперь, когда ты рожден свыше, я не только занял пространство твоего ума, но я занял всю твою жизнь. Мне нужна вся твоя жизнь. Я хочу, чтобы мои слова определяли то, как ты живешь». Вам необходимо понимать, идет сражение. Откройте 7 главу послания к римлянам и прочитайте, через что пришлось проходить Павлу и какой он сделал вывод о решении этой проблемы. Восемнадцатый стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Вот первое, что вам надо понять. В плоти нет ничего доброго. Это плоть необновленная, и в ней нет ничего доброго. И никогда в ней не будет ничего доброго. Проблема в том, что мы продолжаем полагаться на свою плоть. Вам 20 лет, и вы постоянно приходите в дом девушки. Вы знаете, что она не спасена, но она хочет с вами встречаться. Почему же вы ходите туда? Вы полагаетесь на свою плоть. Вы говорите, по дороге к ней буду молиться на языках. Подойдя к двери, буду призывать кровь Иисуса. Сев на диван, я буду под водительством Духа Божьего. Вы полагаетесь на свою плоть. Вы полагаетесь на свою плоть. Вот вы сидите там. При свете свечей она выходит в прозрачной одежде и идет принимать душ. А вы сидите там, молитесь и доверяете своей плоти, как будто бы в этот раз она сделает что-то отличающееся от того, что она делала всегда. Вы полагаетесь на свою плоть, но в ней нет ничего доброго. Время уходить. Время уходить. Еще до того, как она в халате пошла в душ, вас уже там не должно было быть. Вы сидите там и размышляете о Евангелии от Матфея, а надо было уже вставить ключ в замок зажигания, потому что ваша плоть вот-вот победит вас. Вы что о себе думаете? У вас нет никаких плохих намерений, вы всем сердцем любите Бога, но продолжаете доверять своей плоти. Вы снова и снова попадаете в одну и ту же ситуацию, потому что продолжаете доверять своей плоти. Вы знаете,
что у вас была проблема с курением травки, так зачем вы ходите по местам, где ее всегда продают? Все в вашем доме пропахло травкой. Кошка пахнет травкой, собака пахнет травкой, все пропахло травкой. А вы продолжаете ходить мимо этого места, потому что продолжаете доверять своей плоти. В этот раз все будет хорошо, в этот раз я не упаду. Но последние 10 раз вы падали, потому что продолжали полагаться на свою плоть. В вашей плоти не живет ничего доброго. Ничего. Мы с невестой живем вместе. Мы, конечно, не спим вместе. Она спит наверху, а я внизу. Ну да, на один день это сработает. Вы ведь любите ее и планируете на ней жениться. Вы хотите с ней быть, она вам нравится. И думаете, что долго выдержите? Оказавшись в постели с ней, вы скажете, «Ну, мы же все равно поженимся». Но суть не в этом, а в том, что вы опять положились на свою плоть.